Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами, актерами, их автобиографией и рассматривать фотографии. Норма Толмадж. Американская актриса, продюсер времен немого кино, достигшая пика популярности в начале 1920-х годов, когда входила в число самых популярных звезд американского кино. Я пользуюсь Википедией. Родилась в бедной семье в Джерси-Сити в мае 1894 года. После того, как ее отец бросил семью, она с двумя младшими сестрами осталась на попечении у матери. Актерскую карьеру Норма Толмадж начала с участия в короткометражках еще в 1910 году на Восточном побережье. А по достижении определенных успехов и славы в начале 1920-х годов перебралась в Голливуд. Специализировалась в основном на мелодрамах. Толмадж играла свою самую знаменитую роль в картине Сидни Франклина «Нежная улыбка» в 1922 году. Триумфальными для нее стали роль в драмах Фрэнка Боргези «Секреты», «Леди» 1925 года, где она также выступила в качестве продюсера. С 1916 по 1934 год актриса была замужем за влиятельным американским продюсером Джозефом Шенком, вместе с которым она создала собственную продюсерскую компанию. На протяжении 1920-х годов оставалась одной из самых элегантных и гламурных кинозвезд. Однако к концу эпохи немого кино ее популярность пошла на убыль. В 1930 году, после того, как два звуковых фильма с ее участием провалились в прокате, Толмадж завершила актерскую карьеру. После развода с Шенком Толмадж еще дважды была замужем, но ни от одного брака детей у нее не было. Последними профессиональными работами были выступления в радиопрограмме «Джессела», рейтинги которых падали. Путешествовала, часто курсируя между своими домами, развлекая и навещая своих сестер. В 1946 году вышла замуж за доктора Карвелла Джеймса, врача из Беверли-Хиллз. В последние годы жизни Толмадж, которой никогда не нравилось бремя публичной известности, стала затворницей. В последние годы жизни она все больше страдала от болезненного артрита и, по сообщениям, зависела от обезболивающих. Переехала в теплый климат Лас-Вегаса, где провела свои последние годы. В 1957 году перенесла ряд инсультов и в канун Рождества того же года скончалась от пневмонии в возрасте 63 лет. На момент смерти ее состояние было оценено в 1 миллион долларов. Вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы. Вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе и продюсере времен немого кино Норма Толмадж. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.